было сегодня утром? Это было совсем рано утром, практически ночью. В 4 часа пришел сигнал СОС. У нас дежурили 3 девушки в нашей палатке. Ну, конечно же, они не могли справиться, они всем позвонили, сообщили СОС, народ начал потихоньку собираться. Но даже милиция, которую мы вызывали по дороге, собираясь в парк, не смогла справиться. Было человек 40-50 больших дядей, больших, очень больших, в жилетах и в масках. Маски, шарфы натянутые до глаз. Когда их спрашивали, зачем они лицо прячут, они говорили, не хотим, чтобы снимали, вам нас знать не надо. Кто-то кричал про грипп, ну, кто во что гораст. Они разгружали бревна. Было 2 гигантские фуры из региона 43. Фотографии можете у нас найти. Они говорили, что они просто так это делают. Ни одного ответа не было. Потом они стали кидаться на наших пожилых женщин, тетушек. Вполне благополучно. Гигантский дядя еще и в маске отшвыривает женщину на скользком снеге. Вы представляете, чем это заканчивается? Еще брызнули баллончиками, сама лично наглоталась. Как вот то ли перцовые, то ли еще что. Вот так мы расходились, дожидались милиции, пока проснутся начальники в префектуре, в милиции. И тогда вопрос уже начал решаться. После 9 часов приехали наряды в большом количестве и заставили их собрать эти бревна и увезти обратно. Теперь они рассказывают всем лживые истории про то, как тут храм лежал, купленный на их деньги. А мы, негодяи, понимаешь ли, оказывается, не дали его поставить.